События на Украине ослабили позиции российской национальной валюты. Доллар перевалил за отметку в 36 рублей, евро стоит больше 50. Это, в свою очередь, оживило авторынок. Люди начали скупать иномарки. Февральская выручка превзошла все ожидания дилеров. В конце месяца рост продаж импортных машин достиг 80%. При этом доля автомобилей, купленных в кредит, немного упала. Сейчас люди покупают по ценам, ну, по ценам практически прошлого года автомобили. И, соответственно, в марте уже, в конце марта, в апреле, цены полезут вверх, как только кончатся запасы прошлогодних машин на складе.